Смотри, часть 4, статья 159, часть 3, статья 159, часть 3, статья 159, часть 4, статья 159, часть 4, статья 159 Уголовного кодекса рекреации, назначение наказания. По части 4, статья 159 Уголовного кодекса рекреации, эпизод хищения мужской школы, до 3 лет 6 месяцев лишения свободы. По части 3, статьи 159 Уголовного кодекса рекреации, эпизод хищения мужской Букиной, в виде 3 лет лишения свободы. По части 3, статьи 159 Уголовного кодекса рекреации, эпизод хищения мужской Гаврилова, в виде 3 лет лишения свободы. По части 4, статьи 159 Уголовного кодекса рекреации, эпизод хищения мужской Федечкиной, в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. По части 4, статьи 159 Уголовного кодекса рекреации, эпизод хищения мужской Гурукиной, в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. На основании части 3, статьи 69 Уголовного кодекса рекреации, по свободности преступления, путем частичного сложения назначения наказания, окончательное отбытие Лиговского или наказания определить 4 года 6 месяцев лишения свободы с удвоением наказания в крайней колонии общего режима. Мера пресечения Приговской до вступления приговора в законную силу оставить без изменений в виде заключения по страже. Срок отбытия Приговской наказания исчисляет 18 года, зачитав срок отбытия наказания, содержание ее по домашним арестам. 18 года по 14 марта 18 года содержание ее под стражей, 14 июня 18 года по 11 июля 18 года включительно. Приговор может быть обжалован апелляционным порядком судебным коллегиям по уголовному делу Саратовского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения с принесением жалобы о представлении через индексированный суд Саратовской области, осужденного содержащегося под стражей в тот же срок со дня вручения или копии приговора.